Стой, погодь. Блин. Это очень стрёмно. Да ладно, дуэль что ли? Sorin, show him the map. It is the legacy of my people. Save me from the stubbornness of dwarves. Не, ну он реально. Геон сейчас правильно сказал. Упрямый, дерзкий. Sorin, no. Erebor, what is your interest in this map? It's mainly academic. Но мне кажется, он все равно поймет, что они замышляют. Можно предугадать. А прямо тот же день? Фига совпадение. Погоди. So this is your purpose, to enter the mountain. Ну да, well, понятно. There are some who would not deem it wise. You are not the only guardian to stand watch over Middle-earth. Bomber. I did. Saruman, my friend. Скажи мне, друг. Only the name doesn't change. Ну, когда он еще был добрый, да? Он уже потом предал? Блин, они были все вместе, ну как бы. Gandalf, the enemy is defeated. Sauron is vanquished. Sauron? Trolls have come down from the mountains. They are raiding villages, destroying farms. There is something at work beyond the evil of Smaug. You carry something. It came to you from Radagast. Она читает мысли. А, она мысленно общается, тоже как с Фродо общались вместе, да? What is that? Of Mordor. Блин, у меня сейчас мурашки пошли. Когда это слово услышал, Мордор. Morgulblade. What proof do we have this weapon came from Angmar's grave? Ну, он что-то не верит, да? Саурон и Саруман. Вот такие вот очень похожие имена. И потом они объединятся, блин, еще, да, вместе. The dwarves. They've gone. Ну, они сами по себе, так как бы, да. Им не нужна помощь. А, он, наверное... Я понял, почему он так посмотрел. Он бы хотел еще там остаться, да? Do not be afraid, Mithrandir. My boy Ilialithon. Я привет. Ну, они прям хорошо ладят, да? Между собой. Приятные взаимоотношения. Что? Это каменный дождь? The legends are true. Giants! Storm giants! Пиздец. Ну что они наткнулись, твою мать? Они, походу, на самом великане стоят. Да? Да. Двигающиеся камни, блин. Ну, это что-то просто. За грани фантастики. Как было мощно. Не, ну это очень опасно. Как там можно выжить, я не понимаю. Я
А, блин. Ну, мне кажется, все равно Бильбо потом рано или поздно проявит себя. Он как-то сильно повлияет, мне кажется. Ну, что-то такое прям сделает мощное. Все-таки история Бильбо, она не должна быть просто вот такой вот, ну, беспомощной. Where do you think you're going? Back to Rivendell. What's that? Орки? А где орки? Это что? Это ловушка? Это что за тайная комната, твою мать? А, гоблины. А, его не заметили. Оу. Блин. Не, ну он-то по-любому выживет, ну понятно. Смотрите. Получается, Гэндальф упал в пропасть, да, в восьму. Арагорн упал, да, со скалы. Голлум упал тоже вниз, и Бильбо упал, да. И они все выживают. Что за еще за жиротрес, блин? Wait! О. Well, well, well. Серьезный разговор, да? King under the mountain. Oh, but I'm forgetting you don't have a mountain. I know someone who would pay a pretty price for your head. То что, блин, тролль. A pale orc, astride a white warg. So you think he's defiling Dazed? Он просто отрубил ему руку. Send word to the pale orc. Tell him I have found his prize. Такой маленький и хиденький, блять, гоблин. Стой, погодь. Ага, точно. Там уже весь история с кольцом еще. Да ладно. То самое кольцо. Да, и, кстати, это говорит о том, что Голлум-то ведь он не орк, не гоблин. Это хоббит. Какие же у него глаза. My name is Bilbo Baggins. What is Baggins's precious? Вот они и встретились, блин. Is it soft? Is it juicy? No! No! Но здесь она милее. Shut up! I didn't say anything. I wasn't talking to you. I don't know what your game is, but I... Game? Does it like games? Does it? Does it? Does it like to play? Он тут какой-то другой. Finish him off. Finish him now. Golem. Golem. I want to play. I do. Why don't we have a game of riddles? Just you and me. Just us. Yes. Yes. If Baggins loses, we eat it whole. Согласился? Fair enough. Голлум как будто какой-то ребенок, честно говоря. Так, ну давайте я тоже попытаюсь отгадать. Тиф. А, ну так-то да. Голлум у меня умеет, блин. Так, ладно, вторая попытка, ребят, давайте.
Воздух? А, ну ветер, типа. Ну, одно и то же, нет? Проигрывает. Ну да, продолжать играть. Выжимать себе все, что только можно, да. Блин, и загадки такие прикольные. Конец света, типа, что это может быть? А суда день? Армагеддон? Он сам ему подсказку дал. Там, наверное, кольцо, которое он взял. Вот что будет, да, когда он узнает, что у него там кольцо? Они говорили, вот в «Властелине колец», что кольцо захотело покинуть Голлума, да? То есть оно как-то само захотело поменять, получается, своего хозяина. Вот, и оно пришло к Бильбо. Сейчас они, походу, будут... бороться. Блин, это очень стрёмно. Он же был рядом. Тупик. А, или нет? Ну да, остановился, замедлился, блядь. Да ладно, как с Фродо, блин. Отсылочка, да? Надо бежать срочно. А, как с троллями. Ну все, дружище. Следующая встреча с Фродо. Жалость Бильбо. Грустно стало. Ну, жалко его. Оставил живых. Хотя мог его убить, прикончить. Вот то, что он оставил Голлума в живых, это очень сильно повлияет на будущее. То есть, один из самых важных поступков в его жизни. Короче, если не Голлум, кольцо бы не уничтожилось, вот. Это же из-за Голлума все вот так вот получилось. Но, наверное, им не расскажут, да? А, положил в карман. Гендальф, наверное, уже заметил. You don't have one. A home. It was taken from you. But I will help you take it back if I can. В погоню, бля. Уже рядом. Во, сейчас начнется битва, походу. Куда я побегу сейчас? Нормально. Кстати, а почему не светится меч, я не понял. Подожди, там же орк. Орлы должны помочь им. Прям с краю, прям вот.
Вот это Гендальф остроумный. Че придумал? Не, ну сейчас должны орлы прилететь уже, прям сейчас, я думаю, чую, ну, где же вы, блядь? Да ладно, двое, что ли? Смелый, да, вот смелость его прям в глазах чувствуется. Но он этого сам ждал, он хотел, чтобы на него напал. Держись. Бля. Бильбо, у него кольцо есть, точно. У него есть кольцо, он может его сейчас... Сейчас его Бильбо спасет. Отвечаю. Да. Бить его. Но какой же он молодец, он спасает его до последнего. Я же говорю... Один из лучших моментов в фильме. Да. Я уже понял то, что по музыке они сейчас прилетят. Как Фродо, да, в конце? Ух, я уж подумал, что он перепутал с орком. А раньше они не могли полететь, типа, на них, на этих орлах? Или Гендальф может обращаться к, ну, к этим птицам, только когда у них есть какая-то опасность? Он не сильно ранен. Торин. Лавай. It's all right. You. What were you doing? You nearly got yourself killed. В смысле? When you had no place amongst us. I've never been so wrong. Ай. Обманули нас, да? Ладно, окей. The last of the great dwarf kingdoms of Middle Earth. Our home. I do believe the worst is behind us. А, какой прекрасный вид. Не, ну Бильбо красавчик. Он спас жизнь ему. Он теперь будет ценить его. Око Саурона. Ладно, на уровне с Властелином колец. Почти. Но первая часть Властелина колец мне понравилась больше, могу сказать. Но эта часть, она как бы тоже неплохая, ну, начало этой истории Бильбо. Ну, Бильбо, конечно, красавчик, да, проявил все-таки вот в конце свое вот то, что он должен был в самом начале вот показать. То, что он не лишний. И, кстати, кольцо, вот то, что он взял кольцо сейчас, в этой части, вот в конце у Голлума спиздил, спизданул. Я думаю, то, что потом, в будущем, в походе, ну, в этом путешествии, ему оно очень сильно понадобится, прям. Там, мне кажется, будет какой-нибудь по-любому переломный момент, который прям будет очень что-то жесткое решать, и потом просто юзнет это кольцо, станет невидимкой, и что-нибудь сделает прикольное. Посмотрим. А, эта мелодия. Одна из моих любимых. Но, кстати, это уже 2012 год. Ну и, конечно же, визуальные эффекты в этом фильме прям поднялись так неплохо. Улучшились прям. Так, ну что, вот заканчивается наша первая часть.
Остается 8 секунд. Все, всем спасибо, всем пока. Увидимся с вами во второй части «Хоббита». Я обожаю смотреть фильмы, я посмотрю очень много фильмов еще. Так что, ребят, не переживайте. Я не пропаду. Сопротивление бесполезно. Не дай убить себя, как Оби-Ван. Я твой отец.